нас офигенный прорыв. Мы нашли сокровище в Израиле. Только что мы еле успели на предшабатный закуп в магазин, потому что обычно закрывается раньше на 15 минут. Но сегодня мы прям бегом успели. Вчера вечером в четверг мы забыли сходить. И сейчас я поставил даже будильник. Специально поставил будильник, чтобы мы по четвергам не забывали такие ходить на предшабатный закуп, потому что вечером сильно проще купить, потому что по жаре не надо идти. Шаменет. Шаменет – это сметана. Сметана выглядит как йогурт обыкновенный, да, то есть ты так посмотришь – это йогурт. На самом деле это сметана, но ее нужно съедать всю за раз. То есть вот она как йогурт, отдираешь верхнюю этикетку и как бы обратно уже пасту в тюбик не запихнешь. В общем, вот она выглядит, как она очень дешевая. То есть за 2 с полтом можно купить как бы себе целую такую гору. Шаменет, запомните. Вот так она выглядит. И снизу написано, сколько процентов. То есть тут 15% жирности. Шаменет. Покупайте сметану. Это тоже продукт, цены на который фиксируются государством. Ну и, конечно, самое клевое, это то, что вот мы живем в таком месте. С каждый раз, когда ты идешь в магазин, из магазина, ты любуешься такой красотой. Просто вот каждый день. И там огромное количество диких животных, доманы, лисы, шакалы, совы, кого там только нет. Помните, недавно мы нашли монитор на улице? Он оказался отличным. Там 22 дюйма и штукенция за ним сидит, работает. Он рабочий. И только что, вот смотрите, кто-то выбросил телевизор. Он гигантский. Реально сажень. Огромный телевизор. 100% он рабочий. Тут в Израиле, ребят, очень забавные лестницы бывают. Вот, например, идет с улицы первая лестница в дом. Вот так вот, на третий этаж прямо, прямой вход. А здесь стоит лестница, смотрите, по ней можно спуститься вниз, ну или подняться вверх. Но самый прикол, что эта лестница на замочке, чтобы никто не стащил. Израиль – это страна лестниц. Так как тут очень много гористых дорожек, по ним выстраивают такие лестницы, и они прям параллельны. Тут одна, вот мы прошли мимо недавно, там буквально 200 метров, там тоже такая лестница. И лестницы, они здесь как улицы. Прикольно, кусты подстригают, так что под ними можно ходить прямо в человеческий рост. Но именно сами эти кусты, посмотрите, какая толщина. То есть это прямо 2 метра, вот шапочка такая. Смотрите, в магазине вот такие фрукты. Я такого ни разу даже не видел. С хвостиком, с таким крысиным маленьким, мышиным. Пахнут персики, смешанные с арбузом. И мягкие довольно-таки. И еще тут есть вот такие вот штуки. Я вообще не знаю, что это такое. Кто-нибудь пробовал когда-нибудь? Я не знаю, сколько это стоит. Пахнет вкусно, кстати. Прикольно. Ну, еще вот эти штуки я пробовал, они немножко вяжут. Это у нас авокадо, да? Нет, манго. Это плоды кактусов. Плоды кактусов, я не знаю, как они называются. И, соответственно, смотрите, какие ананасы прикольные. А колючие какие. Его можно посадить реально. Вон он какой. Свеженький. Так сильно пахнет прям ананас. Мелофефон. Мелофефоним. Пильпель. Пильпель адом. Пильпелим адумим. Пильпель цахов. Пильпелим Схубим, пильпель, пильпелим, хатовим, рыжий хатовим, пильпелим, еруким. Израиль. В Израиле встречаются какие-нибудь Мерседесы и все такое, а иногда встречаются машины из вперед-назад в будущее.
Такая прикольная она, посмотрите. А самое забавное у нее, ну, она, во-первых, двухместная, все дела, но у нее вот этот козырек сзади. Как вы думаете, ну что это такое? Это типа спортивный аксессуар или просто так модно? Такой ирокез. Прикол, ребят, мы с собой взяли зонтик вот этот. Решили его выбросить, потому что мы нашли уже еще 3 зонта, да, новых. Новых, а это старый. Короче, взяли зонт и выходим, и начался дождь. Самый настоящий, смотрите, сейчас прям идет дождь. Да, зонт мне пригодился. Кажется, мы единственные люди, которые сегодня догадались взять с собой зонт. Идем. Офигеть, какой просто пипец. Да и правда необычно, что в нашем городе дикие животные бегают буквально по улицам. Их можно увидеть из окна, но также мы практически каждый день встречаем животных на улице. Это могут быть попугаи, просто поднимешь голову, и он там сидит где-то, яркий такой, с хвостом. А еще бегают лисы. Нам написали, что это могут быть шакалы, и шакалы, они крупнее. Лисы, они более маленькие, у них более пушистый хвост. И они такие прикольные. Ходим мы тут по задворкам нашего города в поисках банкомата. И, в общем, мы что-то так и не поняли пока что, где он. Но вот так вот здесь все выглядит. Здесь такие магазинчики, магазинчики, магазинчики. Тут, по идее, есть парк. Но парк мы тоже не нашли. Здесь еще несколько уровней, такой лабиринт. Ты ходишь вот по таким улочка параллельно куда-то, поворотик из поворотика, еще поворотик. Так все это необычно выглядит. Коты очень умные. Смотрите, наш кот нашел самый лучший тенек под мангалом и спит